Смотрите, ребят, до сих пор еще мне не все верят. Бак Джири Курой 45 литров. Сейчас показывает запас хода. Вот сейчас раз, запас хода 0 показывает. Все пусто в баке, 0 делений. При таком показателе бензина еще где-то литра 2-3, в зависимости сколько на ноле проездите, присутствует. Ну, пойдемте, покажу, как 45-литровый бак Курея заправить литров на 10 больше. Вот, 42 литра заправилось, как я и сказал, 3 литра, значит, в баке было. Итого сейчас заправлено 45. Что делаем дальше? Чуть-чуть вынимаем пистолет и начинаем не до конца надавливать на спусковой крючок, так скажем, да? И вот пошло меньшей струей. Вот так вот заливаем аккуратно до самого горла. Ну, итого 53 литра бензина удалось заправить, учитывая, что в баке было 3 литра, как я говорил, ну, значит, сейчас там 56 литров. Можно было еще подсадить, ну, 57, край может быть на 58, ну, вот максимум 57 литров, который мне удавалось достичь, то, что можно заправить. Удобно, на дольше хватает бензина, так что пользуйтесь, кто еще не знал.